Добрый вечер. Возможно, вы сталкивались с такой проблемой, что USB-зарядка начинает плохо заряжать. Именно в месте присоединения провода к телефону контакт ненадежный, и со временем он ухудшается. Данная проблема решается либо обращением в специализированную мастерскую, и там вам за несколько сот рублей заменяют вот весь этот контакт. Но для ряда моделей телефонов возможно вручную исправить данную неисправность. Вот. Поэтому вам потребуется какой-нибудь металлический предмет, ну, например, нож, вилка. И сейчас я вам прям покажу, специально здесь сделал крупно, видите, что здесь происходит? Вот здесь расширился, видите, вот верхняя часть, она поднялась. И нужно ее немножечко опустить. Сейчас я прям при вас это проделаю. Это можно сделать вот практически любым предметом. Таким вот острым. Вилочкой. Пилочкой какой-нибудь маникюрной. Вот. Смысл в том, что вам нужно их немножечко сузить. И сами контакты, извините, не видно, да? Немножко почистить. Вот здесь вот. Вот видите, как шатается эта штучка? Вот в этом как раз проблема заключается. Нужно эти контакты почистить. Вот это также можно делать иголкой, к которой пришиваются нитки. Вот здесь нужно вот эту вот часть сюда подлезть и немножко ее сплюснуть. После этого контакты улучшаются. И зарядка возобновляется. Второй способ, как улучшить контакт USB, точнее micro-USB с телефоном, это подключать сам провод под небольшим углом или класть рядом на него какой-нибудь другой предмет, который бы прижимал контакты провода к контактам телефона.